Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Этот канал посвящен лучшим сериалам. Здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала под названием «Хрустальный сюжет». Сергей Смирнов, один из лучших охотников на маньяков в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе, Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от травмирующих воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придется еще раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственному страху. Вторая серия. Сергей делится своими догадками с коллегами. Он считает, что преступник мумифицирует жертв. Это указывает на то, что у преступника есть явные психические отклонения, и мумии теперь – это его компания. Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube, канал уже проектируется, где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.